Здравствуйте, в эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в среду, 23 мая. В студии работает Андрей Тен, и так коротко о главных событиях. В Карагандинской области займутся борьбой с черными копателями, нелегальными добытчиками природных ресурсов. В областном акимате глава региона Ерлан Кушанов провел совещание по вопросам предпринимательства. Робот «Куаныш» поприветствовал акима Карагандинской области. В областном центре начал работу первый цифровой офис Казпочты. О возможностях современных технологий рассказали Ерлану Кушанову. Праздник поэзии прошел в Караганде. Его организатор – известный акын Галым Жайлыбай, отмечающий свой 60-летний юбилей. В рамках праздника в шахтерской столице состоялся ряд мероприятий. В акимате Карагандинской области обсудили проблемы предпринимателей. Среди самых злободневных значится деятельность так называемых «черных копателей» – нелегальных добытчиков природных ресурсов. В областной администрации состоялось совещание по вопросам предпринимательства под председательством главы региона Ерлана Кушанова. На совещании по вопросам предпринимательства было рассмотрено выполнение поручения акима области, данное им в феврале. В частности, вопросы единого применения законодательства при выдаче земельных участков, а также касательно недостающей инфраструктуры к сельхозкооперативам. На заседании комиссии поднимались вопросы по подведению инфраструктуры сельским потребительским кооперативам Щецкого, Нуринского и Сакаровского районов. В области всего 48 сельских потребительских кооперативов, имеющих оборудование, в том числе 21 в указанных регионах. На сегодня только по двум из Щецкого района необходимо подведение инфраструктуры внешней. Ими поданы документы по дорожной карте бизнеса. Уже на следующей неделе они будут рассмотрены на РКС и в случае одобрения будут рекомендованы финансироваться за счет средств районного бюджета. Там сумма небольшая, думаю, вопрос будет решен положительно, но общая сумма 1,8 миллиона тенге. Водовод, электроэнергия и септик. Кроме того, предприниматели пожаловались акиму на так называемых «черных копателей». По их словам, факты незаконной добычи недр приобрели более масштабный криминальный характер. Расхитители наносят урон природе, не платят никаких налогов и к тому же создают трудности для честного бизнеса. Ситуация коснулась предприятий региона, имеющих контракты на добычу песчано-гравийной смеси. Например, в целом случае 2 мая привлекался государственный участковый аким, значит, несколько машин было зарегистрировано, конвоировано. 3 мая стоят в очереди на этом же объекте, все, экскаватор 3-тонный, импортного производства, то есть где-то 2-кубовый вес, где-то 30 тонн. Это все стоит уже на основе натурального промышленного производства. Тот мониторинг, который сделали, тут своими силами, ну, пускай он, конечно, приближен, но то, что добывается в течение 6 месяцев вот такими незаконными образованиями, как это можно назвать, предприятиями, ну, это где-то можно смело сказать, что это тянет примерно недополучение налогов по нашему региону где-то порядка полумиллиарда. Это взять новый закон уже по налоговому отчислению, это бюджет, в том числе, что НДС, это миллионов 500, только по приблизительным данным дальше. Черные копатели забирают у законных производителей большую часть рынка за счет демпинговой цены. При этом они не несут никаких обязательств перед государством. Свою позицию высказали представители Департамента экологии, местной полицейской службы, бизнесмены, а также прокурор специализированной природоохранной прокуратуры. Да, действительно, экономическую оценку ущерба мы определяем. Но для того, чтобы определить, нам нужен объем. Основном эти незаконные добычи идет это физлица, да, это оперативные действия, которые должны полиция отработать. У нас нет полномочий приезжать, опрашивать и брать объяснительные у данных лиц. Это будет уже как приличные действия. В рамках этого мы в прошлом году еще совместный план по незаконной добыче согласовали со всеми государственными, заинтересованными государственными органами. Эта работа сейчас ведется. Выслушав представителей государственных органов, глава области Ерлан Кушанов заявил, что вся проблема в том, что нет единой позиции, синхронности действий. Он поручил создать специальную рабочую группу, которая должна выработать меры борьбы с черными копателями. Возглавит группу заместитель акима области Серик Шайдаров. Создать рабочую группу, уже неделя, выработать меры.
полтора мая, ну, пара, как мы сформируем, боюсь, три дня соберемся, тогда уже результаты надо будет доложить. Не о том, что создано было, а о том, что уже какие результаты, какие меры приняты и насколько это эффективно отработало, особенно наши правоохранительные органы и департаменты экологии. На встрече с предпринимателями также обсудили проблемные вопросы реализации протокольных решений по корректировке проектов детальной планировки Караганды, а также заслушали обзор по коррупции в Казахстане глазами предпринимателей. Андрей Теншал, Карел Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде начал работу первый цифровой офис Казпочты. Здесь карагандинцы могут за считанные минуты самостоятельно отправить посылки, оплатить коммунальные платежи и получить платежные карты. Презентацию первого цифрового офиса Казпочты в Караганде посетил аким области Ерлан Кошанов. А я уже начал скучать по тебе, Ерлан Жаканович. Столько времени прошло. Целых 11 часов. Такими словами робот Куаныш поприветствовал главу региона Ерлана Кошанова, который решил ознакомиться с работой первого цифрового офиса Казпочты. В этом отделении, расположенном в микрорайоне Гульдер-1, посетители встречают робот Куаныш. Он не только отвечает на многочисленные вопросы клиентов, но и веселит народ, рассказывая анекдоты и демонстрируя танцевальные навыки. Помимо общительного робота, в цифровом офисе имеются и другие современные разработки, такие как цифровой консультант Сауле, электронный кассир и гибридный банкомат. По этой причине в цифровом офисе работают всего два сотрудника. Всю остальную работу выполняет техника. Если стандартное наше отделение обслуживает 20 наших сотрудников, то здесь, в принципе, мы обходимся всего лишь двумя сотрудниками, и то для того, чтобы они помогали гражданам получать эти услуги, для того, чтобы они могли развивать свою цифровую грамотность. Остальное, вы сами видели, здесь услуги оказывают роботы, гибридные банкоматы, электронные кассиры, постаматы и все необходимые виртуальные помощники. Нашлись и те, кто уже успел получить услуги в цифровом офисе. Один из них – Кадербеков Азат. Он рассказал о виртуальных помощниках, которые впечатлили его больше всего. До этого обращался, да, узнавал, как все это работает. Очень понравилось. Понравился робот, который очень доступно, хорошо консультирует людей. И имеет много всяких функций. Понравился гибридный банкомат. Именно та функция, которая выпускает карту за несколько минут. Гибридный банкомат за несколько минут изготовил карту и для акима области Ерлана Кошанова. Всю современную технику, которой оборудован цифровой офис, производили в Южной Корее, России и Казахстане. Также в офисе имеется электронный кассир, удобство которого могут оценить бизнесмены. Каждый вечер бизнесмены, у них есть наличка в большом количестве. У них есть два варианта. Либо это хранить где-то в банке, либо вызывать инкассатора, либо нести домой. Это большие риски. Поэтому мы предлагаем такие услуги, что он здесь может на ночь оставить деньги. Один вот этот аппарат он может обслужить до 100 миллионов тенге. Стоит отметить, что Караганда стала третьим городом, в котором функционирует цифровой офис Казпочты. Первыми услугами виртуальных помощников воспользовались алматинцы и астанчане. Теперь офисы, оборудованные современной техникой, появятся еще в 5 городах Казахстана. Аким области Ерлан Кошанов заявил, что нужно информировать граждан о работе цифрового офиса, чтобы каждый карагандинец смог получить необходимые услуги в максимально короткие сроки. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Саране закончили ремонт жилого дома, в котором будут жить будущие врачи центральной больницы. Для выпускников медицинского вуза подготовили 11 квартир. Будущие сотрудники больницы смогут заселиться в новое жилье после получения дипломов. Одной из наиболее действенных мер по привлечению медицинских кадров является предоставление служебного жилья. Последние несколько лет в области ведется активная работа по ремонту и перепланировке нежилых помещений, в которые позже заселяют врачей. Так, обустроенные техникой и мебелью жилье получили врачи в Шахтинске и Балхаше. Еще одно здание отремонтировали для работников центральной больницы города Сарань. Здесь расположено 11 квартир, 8 однокомнатных и 3 двухкомнатные. На сегодняшний день практически завершен капитальный ремонт, проводится мебелирование, будет установлена бытовая техника для полноценного размещения наших молодых специалистов.
Общая стоимость ремонта составила 52 миллиона тенге. Эти средства были выделены из местного бюджета при поддержке областного акимата. Следует отметить, что квартиры будут оборудованы всем необходимым, включая мебель, бытовую технику, телевидение, интернет и пожарную систему. Подъезды жилого дома оснащены камерами видеонаблюдения. Готово не только комфортабельное жилье, но и список претендентов. По словам директора больницы, из выпускников медицинского вуза, которые получат дипломы уже в июне, отберут педиатров, хирургов и терапевтов. Это именно те кадры, в которых нуждается центральная больница города Сарань. Тохжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Чаще всего водители общественного транспорта разговаривают по телефону, нарушают правила маневрирования и скоростной режим, а также выезжают на линию на автобусах, не прошедших обязательный технический осмотр. К такому выводу пришли полицейские. С 22 мая в Карагандинской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Водитель этого микроавтобуса «Форд» Туралы Жусупов. Он работает на одной из многочисленных таксомоторных фирм «Караганды». В этот раз он вез пассажиров из Шахтинска в областной центр. При проверке документов оказалось, что у гражданина Жусупова отсутствует лицензия на право заниматься предпринимательской деятельностью. А раз нет лицензии, значит, его транспортное средство не было проверено на вопросы безопасной перевозки пассажиров. А вот здесь лицензия «Бармовзе»? Лицензия бар, бастықта бар. А о, қалай, қайда ол қазір? Бастықта. Ол неге тұстай өзіңізде бір қалып жүрмедіңіз? Оны білмедім ол мен. Лицензия сізге қай неден берілді? Со бастық, бастық Нұркен таксиден. Водитель маршрутки утверждает, что лицензия у него имеется, просто находится у начальника. Однако в базе данных нет ни единого упоминания о разрешающем документе. Это лишь один случай нарушений правил перевозки пассажиров, выявленных в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». В рамках данного мероприятия сотрудники дорожно-патрульной полиции основное внимание будут уделять техническому состоянию общественного транспорта. То есть это автобусов больших, маршрутных такси, микроавтобусы, а также обычные автомобильные такси. В том числе также будут обращать внимание и на соблюдение правил дорожного движения. Это именно пользование ремнем безопасности, использование за рулем сотового телефона, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также превышение скорости. Только за 22 мая выявлено более 70 нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта. Чаще всего водители разговаривают по телефону, нарушают правила маневрирования и скоростной режим, а также выезжают на линию на автобусах, не прошедших обязательный технический осмотр. В отношении Туралы Жусупова заведено административное дело по статье 463 Административного кодекса. Материалы будут переданы в суд. Ему грозит штраф в размере 15 месячных расчетных показателей. Это чуть более 36 тысяч тенге. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Более 200 килограммов наркотических веществ обнаружено в Карагандинской области с начала года с помощью служебных собак. Об этом полицейские рассказали ученикам школы поселка Шахан во время экскурсии в кинологический центр областного ДВД. Вот, все, все, видите, он сразу обозначает. Молодец.
Служебный лабрадор безошибочно обнаружил наркотическое вещество, спрятанное в школьном рюкзаке. К счастью, вещество не настоящее, это имитация наркотиков. Учащимся школы номер 12 поселка Шахан наглядно продемонстрировали, как работают служебные собаки. В кинологическом центре Департамента внутренних дел школьники увидели показательные выступления служебных собак по кличке Бесси, Жермен и Сера, которые быстро и точно обнаружили спрятанные наркотические вещества и взрывчатку. Полицейские отмечают, что с начала года с помощью служебных собак изъято более 200 килограммов наркотиков. Управление по борьбе с наркобизнесом, значит, проводит работу не только направленную на выявление и изобличение преступной деятельности лиц, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, но также и профилактическую работу среди населения. Основная цель данных мероприятий – это формирование антинаркотического иммунитета, профилактика вредных привычек, таких как наркомания, алкоголизм, табакокурение и так далее. С начала года полицейские провели более 500 мероприятий антинаркотической направленности. Это различные акции, семинары и лекции. Наиболее интересной для школьников стала экскурсия. Ведь нечасто детям приходится воочию видеть работу служебных собак. Ну, хорошо, интересно все было. Нам все хорошо объяснили. Классные собаки большие. Да. Обучаем мы очень легко, как говорили. И очень много пород. Данные аналогичные мероприятия профилактические проводятся на постоянной основе. Стараемся их проводить в течение года. Они, значит, проводятся в разном формате. Проводятся в виде лекций, акций, встреч и так далее. Вот сегодня, я говорю, была проведена ознакомительная экскурсия для учащихся, где наглядным примером, значит, была показана работа Центра кинологической службы Департамента внутренних дел Карагандинской области. Полицейские кинологи также отметили, что 3 собаки Карагандинской кинологической службы принимали участие в обеспечении правопорядка во время проведения международной выставки «Экспо» в Астане. Это говорит о качестве подготовки. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И к другим новостям. Свой 60-й день рождения празднует известный акын Галым Жайлыбай. К этому событию приурочили ряд мероприятий, включающие встречу с молодыми поэтами, постановку спектакля и творческий вечер. Начало праздничной программы ознаменовалось торжественным открытием праздника поэзии. У памятника Касыму Аманжолову собрались те, для кого поэзия – призвание жизни. Именитых поэтов собрал радостный повод – юбилей заслуженного деятеля Казахстана, лауреата международной премии «Алаш» Галыма Жайлыбая. В этом году обладатель ордена «Курмет» отмечает свой 60-й день рождения. В эту знаменательную дату друзья поэта, представители интеллигенции тюркского мира приехали разделить с ним эту радость. Я всегда мечтал устроить международный праздник поэзии в Караганде. Можно сказать, что сегодня моя мечта сбылась. На протяжении всего дня будут проходить различные мероприятия, посвященные поэзии, на которых будут присутствовать мои друзья из зарубежья. Они писатели, поэты, видные общественные деятели тюркских стран. За свою жизнь Галым Жайлыбай успел попробовать себя и в журналистике, и в поэзии. Его сборники не раз переводились на украинский, русский, турецкий и другие языки. Неоднократный победитель разных поэтических конкурсов снискал любовь народа и уважение коллег по цеху. Сегодня мы собрались из-за важного события – юбилея талантливого поэта, достойного сына своего народа, того, кто дал современной поэзии новое дыхание, моего дорогого друга Галыма Жайлыбая. Я считаю, что эти масштабные мероприятия, приуроченные к празднованию 60-летия Галыма, это дань уважения к поэзии в целом. Я знаю Галыма больше 30 лет. Каждый раз, читая его стихи, я чувствую гордость за свой народ. На церемонии открытия выступили друзья Галыма Жайлыбая. Они выразили благодарность жителям Караганды за теплый прием, интерес к их творчеству и любовь к поэзии. Многие из приглашенных гостей прочитали для зрителей отрывки своих стихотворений. Тохжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 31 золотая медаль, 13 серебряных и 14 бронзовых. Таковы результаты выступления на 4 чемпионатах Азии воспитанников Карагандинской спортивной школы единоборств. О своих победах спортсмены рассказали на пресс-конференции.
4 вида единоборств в 4 разных странах. На прошлой неделе карагандинские спортсмены отправились штурмовать чемпионаты Азии. Результат не заставил долго ждать. 31 золотая, 13 серебряных и 14 бронзовых медалей. Все золотые и серебряные медали принадлежат тхэквондистам. Невероятный успех на чемпионате Азии, прошедшем в Монголии, является заслугой не только спортсменов, но и тренерского штаба. Старший тренер области по тхэквондо Валерий Когай заявил, что результатами доволен. Он уверен, что опыт наших спортсменов сыграл свою роль в победе. Чемпионат получился хорошим. Как никогда было достаточно широко представлено все практически страны. Знаете, было видно, что во многих странах именно уровень тхэквондо поднимается. И просто, видите, как наши спортсмены уже, мы каждый год выступаем на Кубке мира стабильно. Поэтому набираем тот опыт, который позволяет нам выступать среди спортсменов самого высокого класса. Пока тхэквондисты покоряли Улан-Батор, дзюдоисты успешно выступали в столице Ливана, Бейруте. Бронзовым призером первенства стала 18-летняя Маргарита Бажаева, студентка Карагандинского государственного университета имени Евнея Букетова. Спортсменка рассказывает, что была уверена в своих силах. Маргарита входит в первую десятку мирового рейтинга, а потому не страшится конкуренции. Там была достаточно большая конкуренция. Мы приехали как бы лидеры, потому что в том году на чемпионате Азии наша команда заняла первое место, в медальном зачете. Мы приехали лидерами и настрой был боевой. Я второй номер Казахстана, и моя соперница, с которой я борюсь на равных, она считается лидером моей весовой категории, я не переживала, потому что я была тоже лидером. Успешно выступили и каратисты на чемпионате Азии в Японии. Бронзу завоевала 15-летняя Валерия Рудкова. Еще 4 бронзы чемпионата Азии по рукопашному бою, который прошел в Уфе, достались нашим спортсменам. Несмотря на невероятный успех, карагандинские спортсмены не намерены расслабляться. Их ждут усиленные тренировки на пути к новым победам. Тохжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания.